Бутылка из-под газировки. Вантус. Ная убор. Купная гармошка. Ручная машинка. Камера. Кофейник. Это. Это. Пепельница. Проводник. Самогон. Сахарные бобы. Свинина. Симон, скипидар. Шахматная доска. И все. С тебя. А с тебя мне ничего не надо. Ты мне уже дала все, что можешь. Не пытайтесь бежать. Опс. Правосудие свершится. Чоп. Справедливо. Опс. Опс. Опс, подожди-ка. Ух, отлично. Все в порядке, мы все вернули к жизни, все в порядке, ничего не произошло. Панам, прости меня, пожалуйста, я тебя очень сильно люблю. О, я знала, что... А я сижу и думаю, что же тебя сюда привело? Приятного тебе. Мне тоже приятно в пути, спасибо, что ты меня не убила. Катлин, лазь. Чё вы мне там сейчас даёте? Серёзка. А, просто принять, да, можно если уже тут в туалете посидеть. Для взлома терминала нужно чего? Наука 50. Вот ты где! Ну давай, он где-то рядом. Пора.
Только посмотрите, кто тут у нас. Мы тут охренеть, что можно сейчас понабрать. Да я просто надо заколоть еще понатырить, а. Чап. Да нет врагов тут, успокойся. И снова приветствую тебя. А я сижу и думаю, что же тебя сюда привело? Короче, вес вообще винт ничего не использует, а? Нахрен мне миниган нужен, молоток, насадка, очищенная, ну ладно, очищенную вода зря выкинула, ладно. Так, мне нужна заколка. Заколки нету, ладно. Так, рабочий тоже нет, револьвера, самонс, самонс, лего, скидки, бдар, угу.
Возвращайся поскорее. Мне нужно еще больше места. Больше места, больше места. Мне мало. У меня сколько места? Я уж все выкинул, все, что можно. У меня все равно сотка. Это мало. Пошли, 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 дружище. Мне страшно, неприятно надоедать, но это повторилось вновь. Пропали записи 48, 51, 55. И я знаю, что это Дейлсон и Перуто. Я знаю, эти двое никак не могут оставить меня в покое. Уж сколько рапортов я отправил в главный офис, они все не уймутся. Никак, мы с вами знаем, им все сходит с рук. Поскольку дядя Дэниелсона женат на дочери сенатора Келвента, не можете ли вы остановить их, повлиять на них? Я больше этого не вижу, ненавижу кумовство. Ага, от неизвестного. Крыска, что не любишь, когда людям весело? Да, ладненько, посмотрим, как тебе будет весело бегать в поисках работы. Думай, на кого наезжаешь. Ага, значит, они наезжали на него периодически. Ну и направление исследования. Исследовать, использовав материалы от заключительной стадии проекта RoboMozg, полученные от коллег из Genet Atomics, мы смогли полностью воссоздать мозговую суспензию и освоить технику излечения, позволяющую роботу функционировать даже лучше. Мы не только повторили их результаты, но и продвинулись дальше. Оказывается, внося добавки в биомедицинский гель, удается получить эффект, который раньше казались недостижимыми. Похоже, доктор Стюарт была права. При соответствующих условиях субъект не только сохраняет собственные способности, но и при добавлении некоторых веществ биомедицинскую суспензию может передать некоторые образцы и даже мысли другим. Формулу смесь можно найти в исследовательском архиве 51 секции Б. Эти результаты могут быть впоследствии применены как на поле боя, так и при расследовании преступлений. Возникает вопрос, не могут ли год пребывания в биогеле привести к физиологическому нарушению. Это заслуживает дальнейшего изучения, но после того, как мы закончили текущий этап исследований. Доктор Стюарт сообщил нам, что сенатор Келлен требует немедленно предоставить ему полный отчет о работе, несмотря на раннюю стадию исследований. Он даже посылает сюда, в нашу лабораторию, своего брата, известного специалиста в области когнитивной робототехники. Он примет участие в исследованиях и поможет нам с отчетом. Должен сказать, мне не хотелось бы показать нашу работу кому-либо из посторонних. Результаты ранее неустойчивы. Понадобится десятилетие на то, чтобы о когнитивном вещании можно было говорить как о технологии, не говоря уже о времени, требуемом внедрения. Возможно, доктору Стюарт удастся задержать прибытие профессора Келверта еще на несколько месяцев, по крайней мере, это дало бы нам возможность выверить свои заключения. Ага. Значит, у них... Интересно. Так, это что у нас такое? Этим играться нельзя. О, что-то я видел. Вот. Пошли быстрее. Я тебя вижу. Проклятие, ловушка. Этого от него и следовало ожидать.
Блин, науку надо 50 прокачивать, сейчас будет. Проклятие! Вы только посмотрите! Стоять! Подожди, какая сложность у нас стоит? Игра. Я думаю, почему у нас все так плохо? Ручной управление замком. Спасибо, приятного дня. Какого черта? Рекомендую. Вот ты где. Что предпочитаешь? Псионный луч или лазер? Меня попали. Все в порядке. Я буду скучать по вам. Угу. Это юридическая пила. А что у нас тут еще есть? Код доступа бета, ага. Что у нас еще тут есть? Кровать поспать можно. Медикс. Медикс пригодится, наверное. Нафиг спать? Он рано же. Логин админ. Пароль какой-то. Ручное управление замком. Спасибо, приятного дня. Вот ты где! Слава богу, все позади. Ауф. О. Вы перегружены и не можете бежать, охрененно.